Дорогие студенты, преподаватели и ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Уходящий високосный год оказался одним из самых сложных в новейшей истории планеты. Человечество столкнулось с серьезнейшим вызовом, который оказал влияние на все сферы нашей жизни. Нижегородская область одной из первых в России ощутила на себе наступление пандемии. Университет оперативно и успешно реализовал проекты по производству наркозно-дыхательного аппарата с функцией ОЛ, защитного геля, жидкие перчатки. Это стало серьезным подспорьем для врачей, которые являются безусловными героями нынешнего года. Отдельно хочу поблагодарить волонтеров НГУ. Вы поддерживали людей, которые вынуждены оказались на карантине или самоизоляции, помогали преподавателям наладить проведение лекций и семинаров в дистанционном формате. В такое время многократно возрастает значение доброго слова и дела. Наступающий год будет для нас особенным. Нас ждет 800-летие Нижнего Новгорода, событие общероссийского масштаба. Уверен, что вместе мы сможем сделать наш любимый город лучше. Большинство нижегородцев встретят в этом году Новый год в семейном кругу. И в этом есть особая прелесть. Самое главное и актуальное пожелание сейчас – крепкого здоровья. Пусть все плохое останется в старом году, а новый, 2021, станет годом преодоления и надежды. Желаю вам счастья и благополучия. Пусть сбудутся все ваши заветные желания.